Всем привет, с вами канал Виолетта Виу. Сегодня я покажу маленький видеообзор моих My Little Pony. Давайте начнем. Начну я с Rainbow Dash. У него вот такая вот грива. Я ей сделала такую прическу. Вот. Крылья у нее такие блестящие. Если вот нажать на ее камешек на бусинках, то крылья будут двигаться. Также у нее двигаются ноги. К ней шла черепашка. Только она у меня сейчас где-то лежит, я не помню. И коробка от нее вот такая вот. Вот. Вот черепашка, которая шла к ней. Вот такая вот Rainbow Dash. Также из такой же коллекции была Twilight Sparkle. У нее двигаются ноги, копыта. Вот. Если нажать на ее метку, то голова будет подниматься. Коробки от нее нету. Я ее выкинула. Вот такая вот Twilight Sparkle. Pinkie Pie. Вот такая вот Pinkie Pie. Она обычная. Сумочка у нее от Cadence. А бантик, ну, это моя заколка. Вот ее знак. Такая у нее грива. Я сама ее сделала. Вот. Бантик блестящий. С такой вот штучкой посередине. Вот такие у нее глазки. И от нее шла коробка. Вот такая вот сейчас. Вот. Свадебной коллекции. И вот это все прилагалось. Много чего к ней прилагалось. Вот такая коробка. И сама Pinkie Pie. Ну а сейчас принцесса Cadence и Shining Armor. Они шли вместе с замком. Вы можете зайти на мою страницу в Ютубе и посмотреть обзор замка. Там они тоже есть. А начнем мы с Cadence. Вот такая вот Cadence. У нее такая грива, я ее сама сделала. Такое ожерелье, корона, крылья фиолетовые, такой знак. Вот такая Cadence. Теперь к Shining Armor. Shining Armor вот такой, как бы, даже не знаю, как назвать. Ну, в общем, вот такая штучка около шеи. Такой знак. Он брат искорки. Он белый. Голубая грива. В общем, вот такой Shining Armor. Fluttershy. Она у меня из Макдональдса. У меня есть еще Rainbow Dash из Макдональдса. У Fluttershy такая кожица, такая прическа, грива. И вот одна бабочка. Вот. Вот такая вот Fluttershy. Это была вся моя коллекция My Little Pony. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!